Татаруа, ты пошел к своей девочке. Сейчас я поближе, поближе подойду. У нас сегодня а уникальная операция. Собаки, да, да, да. Оксана Олеговна сейчас присыпит Гека для того, чтобы... Видите, это не так просто. А там дальше Чук лежит. Для того, чтобы Геку полечить зубы. Как раз попала в лопатку. У нас приехали врачи. Для того, чтобы посмотреть нужное место, минут 5, зубки. И теперь будем ждать. Олег Алексеевич, что мы сейчас будем делать? Вы снимаете для читателей нашего блога. Да. Сегодня 11 мая, раннее утро. И в сафари происходят манипуляции, есть проблемы у львов, ну, и у людей, и у львов бывают всякие болячки. Вот у нашего Гека, брата Чука, давняя с детства проблема с верхними клыками. Вот, ну, то ли сладкое ел, то ли просто вот так получилось. Вот, но они у него сгнили, и это, как мне кажется, уже его начинает беспокоить и может пойти в ротовую челюстную полость. Вот, и это причиняет ему боль. Поэтому сегодня у нас, как всегда, наш большой друг нашего зоопарка сказки парка Тайган, вот, Сергей Александрович, руководитель Лонговиты, ветеринарной клиники, которая уже более 10 лет помогает нам вот в подобных эксклюзивных ситуациях. Даже никакие... Прекратите лязгать, Оксана Олеговна. Никакие ветеринары государственные не могут нам помочь в лечении таких специфических болезней, как у львов, у тигров, у шимпанзе, допустим, у леопардов. И поэтому Сергей Александрович уже имеет опыт. Он изучал наших животных, мы много практиковались, и он имеет опыт различных вот таких сложных манипуляций, которые нужны нашим животным. Ну и, конечно, он обладает специальными знаниями и делает все, что может, чтобы здоровье наших животных было в полном порядке. У нас сегодня две проблемы. Одна проблема — это у Гека, и мы должны посмотреть, что у него с верхними клыками, значит, вычистить, посмотреть, в каком состоянии и что можно сделать. И вторая проблема у малыша, еще до открытия, видно, когда они находились в вольерах. Малыш сейчас очень буйно ухаживает за всеми самками, и у него есть рана на спине, которая мне не нравится. Она не заживает, он ее не может залезать, и там вот такая вот шишка у него. Вот я думаю, что Сергей Александрович сможет ее тоже посмотреть. Возможно, нужно сделать надрез и убрать там вот уже новое образование, которое и зашить, прочистить и прошить, зашить эту рану. Вот, ну, посмотрим, что получится, мы вам покажем сегодня.